после Второй мировой войны Германия была разделена на ФРГ, которая находилась под влиянием европейских стран и США, и ГДР под контролем Советского Союза. Разделен был и Берлин на восточный и западный. 13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены. Вы наверняка видели фотографию, на которой пограничник перепрыгивает колючую проволоку. Это совершает свой прыжок в свободу Конрад Шуман, первый беглец из-за стены. Знаменитой стала улица Бернауэрштрассе. В домах жили восточные немцы, а мостовая была уже территорией западного Берлина. Некоторые жители улицы прыгали на запад из окон собственных квартир. Здесь разбилась Ида Зигман, которая считается первой жертвой Берлинской стены. А всего людей, погибших и убитых при попытке перебраться через стену, было около 140. Берлинская стена простояла почти 30 лет, пока не была разрушена в 1989 году.